Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала! Сегодня мы с вами посетим супермаркет «Рост», который находится недалеко от станции метро «Дворец спорта». Он очень красиво украшен в новогодние праздники. И сразу на входе нас встречает олень. Дальше стоят искусственные новогодние елки разного совершенно размера, и маленькие, и большие. С вами зайдем в магазин посуды. Хотя помимо посуды здесь еще продается много различной другой продукции. Помимо елок традиционной расцветки, зеленой и с белым напылением, появились продажи елки синего цвета, красного, даже фиолетового. Мне очень интересно, как вы вот относитесь к таким цветам?
Ну а вот магазин игрушек. Здесь помимо игрушек для детей, сейчас в новогодние праздники продается много новогодних украшений, как для елки, так и для интерьера. А на этом я буду с вами прощаться. Очень надеюсь, что это видео было в какой-то мере интересно для вас. Я желаю вам всем всего самого хорошего. До новых встреч!